Привет, друзья! Рад видеть вас на канале. Сегодня у нас на повестке суперинтересный гаджет видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Reel 4K. Это устройство обещает настоящие 4K записи, целую гору функций и сигнатурное распознавание радаров. В этом обзоре я разберу все от дизайна и качества съемки до нюансов использования на дороге, ну и, конечно, не забуду рассказать о плюсах и минусах. Так что пристегните ремни, потому что мы начинаем. Ссылки на этот гаджет ждут вас в описании под видео. Что ж, давайте обсудим внешний вид TrendVision Hybrid Signature Reel 4K. Первое, что бросается в глаза, это компактные габариты. Всего 95 на 55 на 24 мм. Этот регистратор можно смело назвать малышом, но, несмотря на его размеры, выглядит он вполне солидно и даже премиально. Сразу чувствуется внимание к деталям, корпус аккуратный, ничего лишнего. Все на своих местах. Отдельный респект за антибликовый CPL-фильтр в комплекте. Это огромный плюс, ведь он помогает убрать отражение на видео, особенно в солнечную погоду. Ну и к тому же в коробке вас ждет не одно, а два вида крепления. Это позволит выбрать, что удобнее именно для вашего автомобиля. Ну и бонус для тех, кто любит порядок. Фирменный качественный кейс для хранения регистратора. Такой комплект точно порадует даже самого требовательного водителя. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины, а также специальный промо код на скидку. Так что если решишь приобрести этот регистратор, ты сможешь сделать это с максимальной выгодой. Итак, погружаемся в особенности TrendVision Hybrid Signature Reel 4K, и здесь есть что обсудить. Начнем с главной фишки – это реальное разрешение видео 4K Ultra HD – 3840 на 2160 пикселей. Многие регистраторы заявляют 4K, но на деле мы получаем просто интерполированные кадры. А тут все честно, благодаря современной 8-мегапиксельной матрице Sony Starvis IMX415. Такое разрешение позволит уловить все мелочи на дороге, номера машин, дорожные знаки, все будет четким, как в кино. Можешь почувствовать себя режиссером своего ежедневного маршрута. Далее настоящая инновация. У этого регистратора есть сенсор жестов, с которым можно управлять устройством без нажатий. Хочешь выключить звук, сделать фото или заблокировать важный фрагмент видео? Просто взмахни рукой, вот и все. Звучит футуристично, а работает еще круче. Теперь о внутренностях кодек H265. Этот умный алгоритм сжимает видео, не теряя в качестве. И благодаря ему ролики занимают меньше места на карте памяти. С этим регистратором у тебя точно не будет проблем с нехваткой места на важные моменты. Также стоит отметить сигнатурный радарный модуль третьего поколения. Он умеет отсекать ложные срабатывания и точно детектировать радары даже на большом расстоянии. Так что если на дороге тебя что-то ждет, ты узнаешь об этом заранее. Ну и бонусом идет GPS-информер с системой SpeedCam. Он покажет предупреждения о камерах, радарах и даже контроль средней скорости на экране. Все для того, чтобы ты был всегда в курсе дорожной обстановки и спокойно ехал, не напрягаясь. А что по настройкам? Здесь тоже все просто, можно управлять регистратором прямо с 3-дюймового сенсорного экрана или через смартфон благодаря встроенному Wi-Fi. Через мобильное приложение легко просматривать видео, менять настройки, все это в два клика. Короче говоря, это не просто видеорегистратор, а настоящая мини-станция контроля и безопасности на дороге. Итак, друзья, я внимательно изучил отзывы владельцев TrendVision Hybrid Signature Reel 4K и, как всегда, собрал для вас основные плюсы и минусы этой модели. Начнем с минусов, потому что даже у самых продвинутых гаджетов есть свои слабые стороны. Сырая программная часть. Мобильное приложение не обновляет радары. TrendVision Player не отображает карту. Очень чувствительный датчик удара. Нет прямого подключения к компьютеру. Теперь перейдем к тому, что владельцы отметили как сильные стороны устройства. Быстрая работа. Настраиваемые звуковые подсказки. Регулируется громкость и яркость. Отличное качество съемки. Компактные размеры.
Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, этот обзор был полезен и помог вам разобраться, стоит ли выбирать TrendVision Hybrid Signature Real 4K для своих поездок. Напоминаю, что ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод ждут вас в описании под видео. Делитесь своим мнением в комментариях, интересно узнать, что вы думаете об этой модели. И, конечно, если хотите видеть больше крутых обзоров, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. До скорых встреч, увидимся в следующем видео.